Для сохранности вашей жизни и здоровья при купании необходимо соблюдать следующие правила. Купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни. Если не умеете плавать, не заходите в воду выше пояса. Не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах. Продолжительность купания не должна превышать 10-15 минут. Не плавайте сразу после солнечной ванны. В результате перегревания организма, а затем резкого охлаждения в воде, может произойти остановка сердечной деятельности. При первых признаках переохлаждения, озноб, слабость, немедленно выходите на берег и больше не купайтесь. Не следует купаться после еды ранее, чем через 1,5-2 часа. Это вредно для здоровья. Помните, ваша безопасность в ваших руках.